Для жителей поселка Степной хутор, тем более в преддверии Нового года, открытие Дома культуры после капитального ремонта – поистине значимое событие. У входа в здание гостей поселка встречают хлебом и солью. Праздничное мероприятие началось на улице и продолжилось уже в самом помещении. За что не знаю сам, как он с ним все перепавал. На новой сцене танцевальные и музыкальные номера от артистов Ефремовского района. И это первый концерт в зале Дома культуры. В помещении была проведена масштабная работа по капитальному ремонту, а также закуплено новое оборудование и кресло, шиты новые шторы. По федеральной программе «100 клубов на селе» мы сделали и отремонтировали этот клуб. Муниципальное образование и город Ефремов уже второй год участвует в программе «100 клубов на селе». В том году мы построили новый клуб в селе Шкилевка и отремонтировали в селе Шилово. Ну вот и в этом году, в принципе, мы освоили эти денежные средства, причем срок. Все работы были завершены за полгода. Например, отремонтирован пол во всем здании, вставлены пластиковые окна на всех этажах, проведена работа инженерных систем помещения. Клуб приобрел новую жизнь, и это самое главное для жителей и для детей, потому что клубная система – это основа культурного, духовно-нравственного и патриотического воспитания наших детей. Мы хотим поблагодарить правительство Тульской области, Министерство культуры, Минстрой Тульской области за их участие в таком важном для нас проекте. Капитальный ремонт проводили не только внутри помещения. Также выполнена работа над фасадом здания и кровли. В будущем в Доме культуры планируется новый набор сельчан в новые творческие коллективы. Ольга Чигинцева, Андрей Ремезов, Новости Тулы.